Так, ну что, здорово! У нас наступил очередной коп. И сегодня проверим новую примету. У нас чистый пинпоинтер. У нас чистая катушка. У нас чистая лопата. Эта лопата была последний раз чистой 2 года назад. Вроде бы все должно быть как бы чисто. Ну и сами мы не грязные. И хабарница у нас новая. Все как у людей. Ну что, проверим, как это работает. Сейчас вот мне перед этим я не снимал. Попался мне один сигнальчик. Видно? Здесь копеек 40-го года. О. И вот здесь вот сейчас. Вот она. Вот она. Гирька обыкновенная. Какой-то рисуночек присутствует. Но эти рисунки больше напоминают царапин. Ну, целая. Пойдет. Мать сошьет кафтан, повесим пуговицы. Ай, блядь, когда же в том году тут собирали каждый шаг, а сейчас уже 2 часа ходим, и хрен бы там. Даже новая хабарница не помогает. Полушка примерно 1734 года. Вот такого формата. Понятно, да? Ну, а не показываю, блин. Да потому что пока еще рано показывать. Полушечка. О! Первый царь. Я прям это... Она прям пропипикала. И все, я понял, что это монета. Ну, монетный сигнал ни с чем не спутаешь. Так оно и есть. Видите что-нибудь, пацаны? Видите что-нибудь, пацаны? Кажись, это печалька. Где он есть-то? Не пойму. А, вот. Видно? Кажись, печалька. Точно. Печалька. Конкретная печалька. Утрата конкретная. Ё-моё, а. Не я его перерубил, нет. Перерубил его кто-то другой. Блин, блинский, а? Эх. О, вот тут вот крестик. Лежал, во, прохожу. Опа, так, где он? Во. Прям наверху лежит. Глянь. Тоже печалька. Что ж такое-то, а? Это обычный. Обычный. Тот раз мы находили. Все были вообще ни одного сломанного. Я же говорю, о, в фильмах разных роликах хабар показывают. Все ломанные, а у меня попадается не ломанный. Ну вот теперь моя очередь пришла. Ну ладно, чё. О, борозда. Иду. Прошел, ну, 40 метров. Др-др-др-др-др-др-др. Три сигнала. Три креста. Две печальки. А вот этот. Сейчас посмотрим. Нет. Это без утрат. Вот он. Не совсем старый. Но и не совсем новый. Вот такой вот он. Крестик. Ну вот. Из 3 один. Целенький. Пойдет. Как включу, блин, снимать, так ветер поднимается. Пацаны, реально. Вот следующий сигнал. И вот, блин, потерял. Потерял. Был крестик. Так, стоп. Вот он, вот он, вот он. И опять печалька, пацаны. Крестик. Видите? Ломанный, переломанный.
Ну это пойдет нам, знаете, на что? На запчасти. Где-то когда-то запчасть какую-нибудь взять и припаяться. Вот так вот. Эта сторона. Ну ничего, ладно. Ладненько. Фу, продолжать будем. Ну а куда деваться-то? Если монет нет. Все подряд копаю на всех сигналах. Сейчас, говорю, включу камеру. Ветер начнется. Точняк, блин. Так, вот что-то вот тут у меня сигналит. Сам не знаю, что. Ага. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Видно вам? Вот она. Вот она. Ой, елки зеленые. А как сигналило, ребят. Поэтому я и камеру включил. Думал, сейчас вам покажу. Кусок говна, что тут? О, даже не копаушка. Ну, при желании можно в ухе поковыряться. Эх, елки зеленые. Ладно, хер с ней. Собираю весь мусор. Весь мусор собираю. А потому что бог ее знает. Может, еще придется вернуться. О, луночка небольшая. И где-то тут. Должно быть монетка. А, я ее, кажется, вижу. Мне кажется, вот она. А, без пинпоинтера я ее нашел даже. Так. Что тут у нас? О, деньга, по всей видимости. Цена. Не пойму, нифига. Тереть бесполезняк. Полежит в хабаринце, я вам покажу. Ну так по размеру вроде как деньга. Ну нормально, это уже вторая монетка. Пойдет, что. Две монеточки. Ну как две, три. 10 копеек 40-го года тоже считать будем, что нет-то. Так. Ничего я тут не выронил. Ничего не выронил. О, пусть лежит. Нормально, да? Потихонечку прибавляется, как ни крути. Время, конечно, тоже идет. Но, тем не менее, обход вот делаем. Смотрите, пацаны, опять поверхностный сигнал у меня. Вот, видите, след. И тут я лопату воткнул сюда, чтобы копать. А потом вперед чуть-чуть глянул. А он вот торчит. Смотрите. Вот он. Ах ты, собака, опять не целый. Да что ж такое-то? Что-то сегодня все не целое у меня. Лепесточек женский. А вот на этом поле, сколько я находил металлопластик, лепесточек впервые попался. Впервые. Ну, душки нет, душки это полбеды. Ничего. Вот такой вот именно. Вот именно такой. Первый раз мне попадается. Нормально. Пойдет. Вот, сегодня прям это самое. Я уважаю металлопластик. Сегодня прям дед Хабар мне подкидывает. Спасибо ему. Вот так вот. Поехали дальше. А вот выпала какая-то запонка, что ли. Что это такое? Ну да. Такая вот у меня была. Видите? У меня такая была с камнем. А это без камушка. Такая цветастая. Какие-то узорчики-то на ней. Видишь? Ну, тоже. Тоже хабарок. Кому надо, обращайтесь. Выпал очередной сигнал. Вот она лежит. Вот она. Что это такое, друзья? Непонятно. В обалденной зеленой патинке. Что-то не пойму я. Ну-ка, ну-ка, тут темно.
Не могу показать вам. Что же это такое-то, а? Тоже, что ли, полушка? Три, не три. Вообще здесь сзади вроде как двуглавый орел. Ну да, вот он. Виднеется, да? Ну, соответственно, здесь у нас что? Наверное, деньга. Или полушка опять, 1700 там каких-то годов. Так. Точно, деньга. Деньга, год непонятен. Год пока не могу сказать. Почищу дома, выложу, вот сюда вставлю. Ну, ничего. Тоже монета. Не такая, как хотелось бы. Но тем не менее. Смотрите, что нашел. О! Не от того ли это крестика, а? Не от того ли это сломанного крестика? Сейчас посмотрим. Сейчас достану я хабарницу. И мы посмотрим. Не он ли? А? Не, не он. Слушай, а может он? Не, не он. Точно не он. Ну, похож. Ну, нет, он даже не похож. Нет, это точно не он. Это другой. Этот какого-то другого. Эх, опять на запчасти. Смотрите, что нашел. Пузырек. Двуглавый орел и надпись «Аптека». Видал? Аптека. О, пацаны. Аптекарь тут какой-то жил. Первый раз мне такая херовинка попадается. О, нормально. Ну и что у нас, в общем-то, получается? На сегодня все. Больше находок хабар нам сегодня не подогнал. Поэтому вот как-то так. Вот на этих просторах мы завершаем нашу сегодняшнюю вылазку. Вот такие вот дела. Ну, что я хочу сказать? Хреново для этих мест. Такую даль приехал. Недавно вон уехал. Прям буквально 3 километра от города. И наковырял больше, чем сегодня. Ну, ладно. Тем не менее, вылезли и отдохнули. До новых встреч. Всем желаю удачи. Пока.